Добрый день, дорогие друзья, педагоги и уважаемые родители! Мы приветствуем всех присутствующих на святом месте нашего города, у памятника воинам-освободителям города Браслава, на торжественном митинге, посвященном приему в пионеры учащихся 5-х классов. Есть на земле одна страна, всех лучше, всех милей она. В ней ярче солнце, звонче смех. Она одна, одна на всех. Ведь существует же она, преинтересная страна, в которой с вами мы живем и пионерии зовем. Торжественный митинг, посвященный приему в ряды Белорусской республиканской пионерской организации, объявляется открытым.